Good. Take your seat, please. And at last. Well, I shall not call any... Напоследок. Я не буду называть имен, говорила мисс Гамма, но если один из вас не послежется, то его переведут в исправительную школу. Мисс Гамма говорила, что только аккуратно постриженные люди могут чего-то добиться в этой жизни. На этот раз она имена называла. Мистер Карнеги, мистер Рокфеллер, мистер Морган, мистер Дюпон. Все они носили замечательно короткую прическу. Среди них встречались даже лысые. Я стал приводить обратные примеры. Марк Твен, Эйнштейн, Бетховен. Но, видимо, мои примеры не очень вдохновили мисс Гамму, и она в очередной раз пожаловалась господину директору. Когда я вырасту, я буду делать все, что захочу. Никто не будет говорить мне, постригись, на кого ты похож. Захочу, отпущу бороду. Нет, лучше усы. Вот такие. На кого ты похож? Подстригись, говорила мне мама. Вот придет отец с работы, он тебе покажет. Моя красавица сестра Люси. Она настоящая американка. Носит траур по Рудольфу Валентину. Сейчас такие прически не носят, говорила мне сестра. Грета Гарбо умерла бы со смеху, глядя на тебя. Ты еще не постригся? Отвечай, да или нет, кричал мне папа. Ты опозорил меня на всю Калифорнию, на все Соединенные Штаты. Да откройте же дверь, черт побери. Неблагодарный. Я как верблюд вкалываю с утра до ночи. Я сам отрежу ему волосы. Хватит. И это наша надежда. Нет, он кончит жизнь на электрическом стуле. Мой папа тоже стал американцем. И только дедушка не стал американцем. Целыми днями он играл печальные мелодии нашей далекой родины. Я сказал, постригись. Дедушка одолжил мне те 25 центов, что отложил на черный день.
Сако и Ванцетти невиновны. Я шел на Марикоза-стрит к самому дешевому парикмахеру нашего городка, Араму. Правда, никто не видел, чтоб у него кто-нибудь стригся. Но это его не особенно огорчало. Скорее всего, он делал вид, что он парикмахер. Здравствуйте. У меня есть 25 центов на стрижку. Здравствуйте, юноша, сказал парикмахер. Я знаком с вашим дедушкой. Он по-прежнему играет печальные мелодии нашей родины. О да, с утра до полуночи. Расставьте пока нарды. Сейчас я все приготовлю. Казалось, парикмахер и не собирался меня стричь. Впрочем, я и сам не очень хотел этого. В школу идете? Спросил он. Нет. Почему? Из-за прически. Обрадовался парикмахер. А что, не жаль тебе волос? Нет. Все говорят, пора стричься. Люди? Вечно они указывают, что нам надо делать. Стригись, покупай ферму, деньги зарабатывай. Держи, как это называется, контрольный пакет акций. Ничего они не понимают в жизни. О, да. Как ты? Спросил Арам на своем языке. Плохо, ответила женщина на своем. Она ирландка. Правда, удивился я. Хотя в нашем классе было полно ирландцев обоего пола. А ты знаешь, что такое ирландки? Не знаешь? Нет. Почему? Тебе сколько лет? 11. Вот придешь ко мне лет через 8, мы с тобой поговорим об ирландках. Хорошо? Хотя во второй раз ко мне никто не ходит. Почему, удивился я? Не знаю, ответил Арам. Так на роду написано. Такова судьба всех колпакчанов. И парикмахер Арам начал рассказывать трогательную и печальную историю про своего родного дядю Мисака. Его бедному дяде Мисаку, родом из Эрзерума, не всегда везло в жизни. Злая судьба гнала его из страны в страну. Наконец он оказался в Китае.
Там, в Китае, дядя Мисак познакомился с клоуном-арабом, который работал во французском цирке. Дядя и клоун разговорились. Братец, спросил клоун на французском, вы любите людей и животных? Братец, ответил дядя Мисак на армянском, я люблю всякое творение Божие под сводом небесным. Братец, а вы можете полюбить свирепого тигра джунглей? Братец, ответил дядя, моя любовь к свирепым тиграм джунглей беспредельна. Братец снова спросил клоун, сможете ли вы полюбить свирепого тигра джунглей настолько, чтобы положить ему в разверстую пасть свою голову? Да, братец, могу, ответил бедный дядя Мисак. Да, можете, согласился клоун. Поступайте к нам в цирк. Вчера наш тигр недостаточно аккуратно сомкнул свои челюсти вокруг головы бедного Симона Перегора. И теперь у нас нет никого, кто бы так сильно любил творение вездесущего Бога. Братец, ответил дядя, я согласен класть свою голову в пасть тигру хоть 10 раз в день. В этом нет необходимости. 2 раз в день совершенно достаточно. Итак, его бедный дядя Мисак поступил в Китае во французский цирк и стал класть свою голову разверстую пасть тигра. Дядя Мисак, на удивление, быстро освоился с новой обстановкой. А если добавить, что он отличался исключительной храбростью, то он стал вскоре любимцем публики и тигра. О да, тигр и дядя стали уже добрыми друзьями. Но вот не то в Тегеране, не то в Стокгольме,
Все надо мной смеялись. Даже Люси. Она забыла, что в трауре. И говорила, что я теперь вылитый Рудольф и Валентина. Только дедушка не смеялся. Он все играл печальные мелодии далекой родины. Впрочем, я знал, что когда отрастут волосы, я опять пойду к парикмахеру Араму и послушаю его печальный рассказ о бедном дяде Мисаке.